Здравствуйте, вы слушаете «Вести Магнитогорск» на маяке, в студии Антон Грабарев. Студенты МГТУ с 14 февраля возвращаются к очному обучению. Всю нынешнюю неделю студенты Магнитогорского вуза были на дистанционном обучении. Напоминаем про меры индивидуальной защиты. Вход и передвижение по территории университета строго в масках. Соблюдайте социальную дистанцию и не забывайте про гигиену рук. Появилось сообщение в официальной группе университета в соцсети ВКонтакте. А вот школьники пока еще посидят дома. Им дистант продлили до 20 февраля. Правительство Российской Федерации расширило программу бесплатного переобучения. Она действует в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Ранее принять участие в ней могли россияне старше 50 лет и мамы с маленькими детьми. В этом году правительство решило расширить программу. Теперь бесплатно пройти переобучение смогут молодые люди в возрасте до 35 лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Стать участниками программы переобучения и дополнительного профессионального образования теперь смогут несколько категорий молодых людей. Среди них граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более 4 месяцев не являются занятыми. Работники, находящиеся под угрозой увольнения, граждане без среднего, профессионального или высшего образования, сообщает сайт правительства. На переобучение молодежи в этом году из федерального бюджета будет выделено более 1 000 000 000 рублей. Ожидается, что получить новую востребованную профессию за счет этих средств смогут не менее 20 тысяч молодых людей. Заявку на переобучение можно подать на портале «Работа России». В Магнитогорске лжекоммунальщики оказывали гражданам специализированные услуги по завышенным ценам. О случаях мошенничества рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска. Так, в почтовых ящиках жителей многоквартирных домов появились листовки с предупреждением о грядущих проверках водомеров сотрудниками МП-3 «Теплофикация». Две женщины, представившиеся сотрудниками муниципального предприятия и даже предъявившие какие-то удостоверения, втерлись в доверие к пожилому мужчине. Они предложили ему услугу по восстановлению пломбы на водомере. Свою работу женщины оценили в сумму более 12 тысяч рублей. После получения наличной оплаты они выдали мужчине кассовый чек и квитанцию, заполненную от руки. В мэрии рассказали, настоящие сотрудники ресурсоснабжающих организаций никогда не совершают подобных операций. Платной является лишь услуга повторной опломбировки прибора учета. Остальные услуги, в том числе по опломбировке и постановке водомеров на учет, повторной опломбировке, контрольному съему показаний, предоставляются по заявке гражданина на бесплатной основе. Рассказали в мэрии. И суммы там гораздо ниже. Рейды по проверкам состояния приборов учета проводятся 2 раза в год по согласованию с управляющими компаниями. А жителей предупреждают о проверках. На вопрос, в чем сила, на ММК отвечают – в людях. В Магнитогорске открылась выставка, которая рассказывает о вехах 90-летнего пути гиганта черной металлургии. Продукция металлургического комбината в руках буквально каждого. Так, гремя в кармане мелочью, мало кто задумывается, из чего она сделана. А создают ее тоже из магнитогорского металла. Катать заготовки для монетного двора в Магнитогорске начали 11 лет назад, а сейчас все российские монеты из уральского сырья. Старший научный сотрудник Магнитогорского историко-краеведческого музея Татьяна Фатина рассказывает. В ЛПЦ-8 специалисты нашли технологию создания и прокатки вот этой вот ленты углеродистой, которая соответствует всем параметрам, чтобы вот эти вот денежки долго служили и, значит, вот можно было сделать из них. Шпрот из скумбрия в собственном соку и завтрак туриста в России уже давно закатывают в банки из магнитогорской белой жести. Посетители выставки удивляются. ММК оказывается ближе, чем кажется. Людмила Синягина делится впечатлениями. Все, что окружает нас, вот повернись и наткнешься на какие-то изделия из нашего металла. То есть это, конечно, грандиозно, то, что делает комбинат. Из магнитогорского металла строят мосты, корабли, нефти и газопроводы. Магнитогорский металл есть даже в космосе, а все благодаря научным разработчикам уральских инженеров. Им и посвящена большая часть выставки. Старший научный сотрудник Магнитогорского историко-краеведческого музея Татьяна Фатина говорит. Это же все очень кропотливая работа инженерная. До этого нужно дойти, нужно это провести, нужно это испытать. Вот мы по телевидению ведь видим, что вот спустили на воду такой-то ледокол «Арктика», а это наш металл. Из-за пандемии выставку решили продлить до Дня металлургов, он в июле, чтобы уникальные факты из истории ММК и магнитки могли узнать как можно больше горожан.
И о погоде. Сегодня в Магнитогорске синоптики обещают всего 10 градусов мороза, ветер переменный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 726 миллиметров ртутного столба. С вами была программа «Вести Магнитогорск».